другой стране мира таких денег, как здесь, как в России, не заработает. Потому что, как правило, большие деньги, хороший заработок, когда происходит революция. Революция в этой стране еще не закончилась, поэтому на данный момент здесь еще до сих пор благоприятная обстановка для того, чтобы зарабатывать деньги, большие деньги. Какая работа у тебя? Работа была всякая разная, легальная и не очень легальная. You know any possibilities to be a real husband, a real man, so that to support the family? What will he be? Bandit, gangster, playing cards, or somewhere? Roulette? Как house it called? Roulette. Mm-hmm. What else? And I know that Nastya would never be happy with him. Never. If they married, they would separate during some times. Yeah.